Командир звена младший лейтенант Алексей Юхименко отправился в бой 25 июля 43 года. Его полет закончился 80 лет спустя, когда фрагменты летающего танка штурмовика Ил-2 с бортовым номером 301321 нашли в болоте. Накладывая вот эту фотосъемку на современную карту, ты понимаешь, в каком месте тебе искать точности там достать. Летающий танк Юхименко падал крылом вниз, цеплялся за деревья, оставил одну пушку, перекатился по земле и развалился на части. Кабина с бронекапсулой воткнулась в землю. Останки летчика оказались в 5 метрах от нее. Рядом 23-миллиметровое орудие с заряженными снарядами, причем один из них согнулся в момент падения прямо в механизме. Найденные номерные фрагменты самолетов поисковики передадут в Гатчинский музей истории отечественной авиации.